Всем привет! Сейчас я вам расскажу, как ускорить YouTube до максимума, чтобы он у вас работал, как всегда. Сейчас у меня включен VPN, не включен, выключен VPN. Ага, сейчас мы вот этот сразу отключим. Да, удалить. Пока что удалить. Да. VPN у меня отключен. Как мы видим, ничего ни хрена не загружается. У меня сейчас 5G, 500 мегабит в секунду, но YouTube не работает. Я скину ссылочку на данное расширение. Оно выглядит вот так. То есть, когда пройдете по ссылке, у вас откроется вот такое расширение. Абсолютно везде. Microsoft Edge, Google, Mozilla, вообще без разницы. Нажимаем «Получить». «Добавить расширение». Оно автоматически впадает к вам в браузер. Когда вы нажимаете на сам значок расширения, здесь он у вас показывает их все. Он вот так вот называется, разблокировать YouTube. Здесь глаз. Открываем. Ну, чтобы он у вас сюда перенесся. Вот сейчас на нем он написано, то есть он включен. Нажимаем на видео. Обычно я не делаю таких интро, но сейчас я спускаюсь на сотни метров в пещеру. Карл и Мак решили проверить. Все работает. Здесь нажмем сюда. Работает. Нажмем сюда. Работает. И после этого... Всем спасибо.